Выборы сентября 2021 года – самая животрепещущая тема этой недели. И, конечно, обойти ее стороной мы не могли. В новом выпуске программы «Хочу сказать» мы с вами отправимся на улицы города для того, чтобы узнать, как проявили свою гражданскую позицию саровчане и как они относятся к результатам выборов. Вы ходили на голосование и почему? Конечно. А как же я потом буду какие-то, в общем-то, претензии, значит, выставлять кому, если я буду дома сидеть и пить кофе? Нет, я все сделала, и я, в общем-то, хожу, значит, каждый раз. Ходила голосовать, ну, как бы всегда ходила, поэтому и пошла. Участвовал, потому что для того, чтобы за кого-то отдать свой голос, для того, чтобы какое-то самоуважение все же было. И какое-то участие принял посильно. Ходили. А почему? Ну, все ходили, и я ходил. Ходила, потому что любой человек должен с гражданской нормальной сознательностью проявить свой выбор. А Писарова, честно говоря, даже не знаю, какие итоги, а какие итоги. Ну, Единая Россия набирает большинство. А, ну нормально. А кого больше выбирать вниз? Даже и не знаю, честно говоря. Не очень. Почему? Думал, по-другому будет. Нас интересует результат только КПРФ. Сколько у них? 24 примерно. 24%. Отлично. Я голосовала за эту партию, которая набрала много голосов. Отлично. Нечего менять. Все нормально. Миллион призов москвичи, проголосовавшие онлайн, стали участниками лотереи, в которой разыгрывались машины, квартиры и деньги. Интересно, а что стимулирует пойти на выборы саровчан? А вот что бы стимулировало вас пойти на выборы? В Москве, например, всякие лотереи проводят. Лотереи? Какие лотереи? Что-то обещают, говорят? Машины, квартиры, деньги. Ну, я и так пошла как гражданский долг, а если как, чтобы простимулировала, не знаю, какие-то интересные для меня решения, которые важны там. Ну, по тем же детям, например, предложения и так далее, скорее это. Чтобы стимулировало нас, ну, чтобы жизнь была лучше, пенсионерам бы самую пенсию сделали нормальную, правильно, до прожиточного минимума бы хотя бы довели. Ну, может быть, активность партии, потому что сейчас достаточно сложно. Вот Единая Россия, остальные как-то у нее на подголосках все-таки. Скажем, ну, хотя бы, если была серьезная оппозиционная партия, то, может быть, народ, скажем, более активно относился бы к выборам. Как показал опрос, розыгрыши, сувениры и лотереи – это, конечно, хорошо, но главный стимул для наших горожан – это активность партии и улучшение уровня жизни.